Это у нас в Нахабино открылся магазин низких цен, Доброцен. Вот, например, 1,5 литра, 1,5 литра, 85 рублей. Да, как хорошо. А вот это что так? Вот это сколько стоит? Это гель для стирки. Эколэнд, это вот это, а вот Бимакс. Что-то тут нет. А Бимакс вы не знаете, сколько стоит? Нет. Я уже 30 раз у вас никак не могу увидеть. Вот это. Проходите, пожалуйста. Вот земля, грунт. Да. Вон там грунт. 40 литров. И всего 108 да. рублей стоит. Вон там поменьше есть. 5 килограмм. Это шампунь, по-моему. Гели для душа. О, земля. 10 литров. 33 рубля. Ой, как классно. Давай возьмем. Ой, даже масло моторное есть. Турция. Турция. Надо же. А, вот это тоже турецкая. Гель для душа Турция. 110 рублей. А это еда. Рыба. Какие-то котлеты. Мои любимые. Да, мои любимые. А сколько тут они стоят? 196 рублей за килограмм, по-моему. За килограмм. А здесь около килограмма. Ну, здесь 160 рублей будет стоить приблизительно. Понятно. Вот такую байду будешь? С удовольствием. Так, берем. Давай, я сейчас подам. Ага. Колбасы. А это что? А, это там. Мясо. В этом отделе очень прохладно, потому что тут мясные продукты содержатся. Консервы. Селедка, скумбрия, даже красная рыба. Имитированная. Ну да, имитация. Коктейль. Мидии и крабовые палочки и кальмар. А это спаржа. Вот Валера все время берет вот эти. Между прочим, они вкусные. Я Артуру беру. Да? Ну, можно, да. Мандаринки. А мандаринки сколько? Что-то я не увидела цену.
84 рубля. Надо? А пакетики тут есть? Даже алкоголь есть. А это корм для собак. Для кошек. Вообще, как замечательно, что такой магазин открыли у нас на Нахабино. Чай, кофе, напитки. Что-то алкоголь не видно. Пряники. А, вот пиво. Сок. Конфеты. Это крупы. Это горшки для растений. Фен. Вон носки махровые, халаты. Халат какой дешевый, 194 рубля. Футболка. О, свечки. А это санки надувные. Ух ты, какие дорогие. А, это постельное белье, вон под одеяльник, наволочка. Чем-то мне напомнил магазин Суперчип в Таиланде на Пхукете. Тоже такой классный. Угу. Надо такой? Это бритва. О, хлеб.
посуда. Кастрюли. А вот чайник электрический, 315 рублей, как классно. Тушенка. Так, а это что? Крем для бритья. Такой дешевый. Освежитель воздуха. Уголь. А, пакетик, да? Это рваный. Это жидкость, стеклоомыватель. А это доска позора. Воры. А это наши покупки. И сколько ты отдал за все это? 1400 рублей. Ух ты! Ну зато на все это нужное много. Ну вот мы уже собрались уезжать, но пару слов еще хочется сказать. Вот такой вот магазин вот этот здесь вот, Доброцен. Ну, в общем, набрали на 1400 рублей, а когда начали машину загружать, вроде ничего и нет. Но, тем не менее, все равно цены очень благоприятные. Ну, вот здесь вот такой вот, не центр города, конечно. Ну вот так вот, еще зима ко всему прочему. А когда они открылись, она сказала? 2 года назад. 2 года назад? А мы да здесь знали. Люди не ездят, здесь такое, ну, далеко от центра, и поэтому...